есть Царство, и сила, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Oh.
Отца и Сына и Святого Духа. Крест символизирует жертвенную любовь и страдания. В евангельских чтениях последних дней речь шла о трех крестах, о страдании праведника, то есть о кресте Спасителя, о страдании кающегося грешника, то есть о кресте благоразумного разбойника, и о страдании нераскаянного грешника. Какое из этих страданий легче? Легче, конечно, тот крест, который принимаешь и несешь с верой и надеждой. Двое из них знают, за что, или вернее, для чего они страдали, а третий нет. Праведник страдает для блага других. И собственного совершенства. Кающийся грешник страдает для того, чтобы приблизиться к Богу и к тем, кто находится рядом. А нераскаянный грешник чаще всего обвиняет всех и вся и страдает без веры и надежды. И поэтому страдания его довольно мучительные, а крест, наверное, самый тяжкий. Путь правды может кому-то показаться очень и очень трудным. И это правда, и это действительно так. Но необходимо, наверное, каждому знать, что путь неправды гораздо труднее. Итак, подойдем сегодня к этому образу гроба Господня, как кающиеся грешники, с верой, надеждой и с мольбой о помощи. Скажи, это самое верное.
50-й псалом. Все, которые не оставшиеся, кстати, в другом случае,
Слава Тебе, Боже мой, слава Тебе! Во страшном Твоем Рождестве и странном Сыне мой, паче всех матерей возвеличенных и хас, но вы мне, ныне, тяпотечи на мире, расслабляюсь утробою, слава Отцу и Сыну и Сыну Богу. Тащу утробу мою на руку, ниже, там яко младенца держав, стрелы приятия вещаши чистые, но никто живу, не сегодня не век, и ныне пристойно и ногами. Все светлые, сладкие, надежда, и жизнь моя, только благая, Бог мой, во сей Христе, располагаюсь в утробу, и тебе стремящего, благого Помышляю, Владыка, я
Тому слава Твоєму не услышу гласа ни дороги, ни лица Твоего узлют. Яко же прежде раба Твоя, засвящайся сыном моей дочери моей, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и на ней Христа и Божия, и Бога, и Бога, и Бога, и Yeah.
душевные мои язвы и срочали мои зачистые наши сидящие. Воскресни и утоли мою болезнь и печаль, можешь и по благополика хочешь и творишь, аще погребуся и всего любви, слава Отцу и Святому Духу. О, как утаилося, тебе есть бездна щедрот, матери в тайне изречи Господь. Тварь мою хотя спасти, из воли кумплительную воскресну, и тебе возвеличу, яко Бог небесе и земли, и ныне и присно, и говорит грехов, аминь. Воспою милосердие Твое, человеколюбчие, поклоняюся богатству милости Твоя, владыка, создание Твое, хотя спасти, смерть под явной сечи причистая, но воскресенье Ты спаси, помилуй всех нас.